привет, и это ответ Ки-25. Вообще-то не Ки, а Ти. Ну ладно, мы перейдем к самому ролику. Это ответка Данику. То есть Микуху. То есть Ти-25, потому что он изменил свой ник. Ти-25. Еще он поменял аватарку. Я так прав не из-за того, что он оскорбляет наш канал, а из-за того, что уроки закончились, и наконец-то эти книжки можно... Книжки? Нафиг. Наконец, лето. Отдохнуть можно. Вы бы знали, как мы с Артёмом рады. Потому что мы все эти 9 месяцев старались, и наконец можем отдохнуть. И поснимать для вас видео. Мы старались не только в учебе, а еще и для вас. Да. Старались. И вот. Видео, и сейчас будем еще больше так же снимать. И вот. Настало лето, и до лета мы собирались набить 200 подписчиков. Но набили 232. Это намного больше, чем мы ожидали. Спасибо вам огромное. Да. Ну вот, перейдем к самому ролику. Так, берем микрофон. Беру микрофон. Сейчас. Ключку. И мы начинаем. Недавно, точнее, как сказать, недавно, у Даника в очень сильно начал опускаться актив. Он начал вылаживать ролики намного резче. И еще он позвонил Андрею и сказал такие слова. Хочу говорить, Андрей. Он говорил, да, что Андрей Микс говно, то, что я ему завидую, то, что сам Артём потом позвонил и говорил, то, что это я говорю, то, что Кьюкух говно. Да, типа я позвонил Андрею и говорил, что зачем ты говорил Дальку, обсирал его на канал. И так он хотел нас поссорить, потому что он Андрею позвонил и начал обсирать его на канал, а мне он позвонил и сказал то, что наоборот, ты начал обсирать его на канал. И поэтому сегодня начинается та самая ответка на его всякие такие прихоти, всякую дичь, короче. Во-первых, через один день, то есть 2 недели назад после того звонка, он выложил пост, где фотка, на которой написано «Андрей Микс говно». К чему это все ведет? К его зависти к нам. Каждый день у нас набираются подписчики. А он растет за 1 месяц по 1 подписчику, и то не всегда. Мы его на канал рекламировали. Чего мы только не делали, но он все равно... Но он все равно нас оскорбляет. Он в основном был хорошим другом. Он даже снимался у нас на канале. И все это время он хотел поссорить меня с тобой. Со мной. И то есть... Еще мы могли заметить 1 месяц назад видео, где... Мы выгнали Артёма с канала, он оказался крысой. В этом ролике рассказывается, типа, о том, что там... какую-то информацию, я не понимаю даже, о чем они говорят, какую-то информацию заволаживаю Миксу, типа тебе. И просто из-за того, что... Ты в курсе то, что все ролики шортс, и не только шортс, те, которые не относятся к Кишу, Я ему вылаживал и говорил выложить. И он все это принимал за свое. И эти ролики залетали побольше просмотров. И, кстати, вот вы видите на экране закамский квас. Да. Но сейчас пойдет про это речь. Как раз недавно, месяц назад, где они говорили, Артём оказался крысой. Но они говорили именно про этот ролик. Я ему сказал выложить этот ролик. Потом через 4 дня на Андрей Микс появляется тот же ролик.
И он даже не зная, о чем идет речь, сразу пилит ролик, где говорит про то, типа, на то, что он Микс украл у меня, хотя этот данный видеоролик про закомпал появился еще 9 месяцев или 7 месяцев назад на канале другого человека. Потом, когда появился этот телевизор, Чикен Гани, пасхалка на него, все выпускали эти видеоролики, и даже до сих пор. И мы можем много чего-то такого замечать, то что Даник наезжает просто так на Андрея, в том числе и на меня. И поэтому сегодня... Этого дня, если он посмотрит этот видеоролик, мы его вызываем на бой. На бой? Я имею в виду, что... На бой в Чикен Гани. Да. Да, это, вы скажете, это тупо, но... Он даже не согласится и будет смеяться с нас, но... Мы будем смеяться за наш канал. Мы... И, кстати... Мы... Даже... Но я могу сказать только одно. Подождите, надо пописать. Сейчас. Я могу сказать только одно. Оказалось так, то что он изменил канал на Т25. И скорее всего, вот это моя догадка. Из-за того, что вот когда он начал обсирать Андрей Микс, он всегда, абсолютно всегда говорил, типа, то, что как это возникло? Смотрите. Так. Стоп-зор. Короче. Подождите, стоп-кадр. А теперь я вам могу объяснить только одно. Он называл свой канал Т25 ради того, чтобы... Когда мы ответим на его слова, типа, сделаем видео, он, скорее всего, подумал, то, что мы будем оскорблять его на канал очень жестко, по максимуму. Он переименовал свой канал, чтобы, типа, никто его не нашел. Но все равно он у меня есть. И поэтому его канал C-25, и можете заходить на него и... смотреть, что там у него происходит вообще. Он очень редко вылаживает видеоролики. И он как бы сейчас заболел. Да, он сейчас заболел. Поддержки, мне кажется, ему даже не надо. Вот, ребята, такие плохие люди бывают. А теперь, Андрей, расскажи свое мнение о нем. Даник, он реально из-за того, что завидует нам, у него зависть большая накопилась из-за того, что у нас намного чаще поднимаются, намного быстрее поднимаются подписчики, больше лайков, просмотров и так дальше. А он думает, что даже один раз он мне говорил, что я накручиваю подписчиков. А также то, что я накручиваю просмотры. Он реально такое говорил. И если он хоть и понимал то, что я не знаю, как накручивать подписчиков и т.д., я реально не знаю, он все равно это думал и говорил мне. Вот как-то так. И то, что такие люди... Вот, ребята, такие люди бывают, да. И поэтому мы вот нормальные, и да, я знаю, он правду говорит. Немного правды есть. Он говорит то, что в последнее время на Андрей Микс бывают ужасные видеоролики. С этим я согласен. Иногда такое бывает. Где есть я, где есть Андрей, где есть вообще другие люди. Но это мы хотим. Мы не оскорбляем даже тех, кто ужасно снимает. Мы никого никогда не оскорбляли. Даже если человек плохо снимает, там,
его не слышно, без звука. Мы не оскорбляем. Потому что мы сами не идеалы еще. Идеалы — это те, кто уже больше 3-4 лет на Ютубе. Да, как бы мы уже почти 2 года, но мы рассчитывали, как бы, да, мы хотим 1 000 000. Но, а на самом деле, мы рассчитывали вообще там где-то на 100 подписчиков. Но у нас их 232. И все благодаря вам. И поэтому, ребята, не ведитесь на другие, чужие слова. Не ведитесь на таких, как Ти-25. Ну, а всем удачи и всем... Пока-пока.